Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. И сегодня хотел бы сделать небольшой обзор на подлокотник для машины с AliExpress. Думаю, многим эта тема будет интересна, так как на самом деле подлокотник у официалов не всегда есть. Либо его приходится очень долго ждать, либо он реально очень дорого стоит. Есть еще продаются подлокотники деревянные, обшитые просто кожей с поролоном. Ну, крепление у них именно консоли не очень удобное на саморезы, и поэтому вариант тоже такой не очень подходящий. Именно этот подлокотник я заказывал для небольшой машинки у супруги Kia Picanto 2018 года. Подлокотник в России найти не удалось, и поэтому решил заказать с AliExpress. Стоит он, кстати, всего в районе 2000 рублей. Да, друзья, но под этим видео я оставлю ссылки на продавцов, где реально масса различных подлокотников для разных машин. В общем, приходит вот такая комплектация, сам подлокотник, такая пластиковая формовка, которая вставляется в консоль. Но чуть попозже в машине я его установлю и посмотрим, как это выглядит. Саморезы для крепления крышки к этой форме и крепление дна вот этой формы к месту вставки на центральной консоли в автомобиле. Так, друзья, вот это то самое посадочное место индивидуальное у каждой машины, о котором я говорил. То есть вот здесь Picanto именно 2018 года, вот такой стакан с таким выходом. Здесь ручник, и вот в этой консоли можете у себя в машине посмотреть. Именно по этому посадочному месту и стоит выбирать себе подлокотник. Так, установка, значит, очень простая. Берем эту консоль, устанавливаем плотно до конца и прикручиваем там внутри саморезами. Давайте сейчас я это сделаю и продолжим. Так, друзья, вот я прикрепил выштамповку, и следующим шагом крепим также саморезами к ней крышку и закручиваем 4 самореза. Так, друзья, крышка установлена, и теперь будем одевать сам подлокотник, заводить в эти полозья. Да, вот здесь вот видите такие отверстия прямоугольные. В комплекте идут такие две заглушечки. То есть после того, как вы подлокотник сюда задвинете, обязательно вставьте их в эти отверстия, чтобы обратно подлокотник не смог выехать. Так, давайте сейчас я установлю подлокотник. Так, друзья, вот в принципе и все, установка завершена. Заняло это буквально 5 минут, ничего сложного. То есть отлично встал подлокотник. Два отделения. Я не знаю, друзья, мне на самом деле очень нравится. Очень удобно, ручнику не мешает. Сзади также прилично выглядит. Все открывается, все работает. Ну, сами видите, какое качество, все отлично сделано. Не знаю, я на самом деле очень доволен. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал. Всем добра, пока-пока.